Всем привет, друзья, с вами Караваш 74. Сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Spin Tires. Это у нас ГАЗ-66, финальная версия. То есть это, ну, кто собрал его весь в кучу, это Рони. То есть сделал данную модель. Ну и там еще очень много человек ему помогало. То есть там колеса чьи-то, аддоны чьи-то, то есть... И Рони просто все это собрал воедино. Я так понимаю, что больше данная модификация выходить не будет. Вот. Потому что написал, что это финал. Еще написал то, что он будет делать платные моды, если люди не прекратят заливать его файлы на файлообменные сети. Ну, то есть Яндекс, у Яндекс, в общем, там много чего. Вот. Потому что куда он заливает, то есть надо оттуда качать, а не перекачивать, не переделывать. Но, Рони, я сразу могу тебя предупредить, я ссылку размещу на Яндекс. По одной простой причине, потому что я не нашел адекватной ссылки везде, где я заходил, уже все перезалито на Яндекс давным-давно. Так что выводы делать только тебе. У меня нет ссылки. Пришли, Рони, мне ссылку. Я обязательно размещу ее в описании под видео. Твою ссылку, а не с Яндекса. Думаю, с этим разобрались. Шишига, в принципе, у Рони она уже была очень хорошо сделана. Именно поэтому, то есть, тут тоже не придерешься. То есть, все до мелочей. Все это проработано. Кстати, с камерой. Да, кстати, с камерой он тоже, походу, поработал сразу же. Камера адекватная. Стоит непосредственно в салоне. Кстати, на мод версии 2 насчет камеры вчера мне Эвил прислал. Так что мы его рассмотрим в ближайшем видео. Переходим непосредственно к моду. Рони написал, что якобы имеется 12 аддонов. Но я не понимаю, почему, Рони, ты... Это, наверное, несправедливо все равно учитывать аддоны, которые дефолтные. То есть вот эти как минимум два дефолтных. Вот эти. Сцепка и передний выхлоп. Они же дефолтные. Значит, аддонов всего 10. И плюс колеса. Так, ну ладно, закончим с этой тавтологией. Смотрим. Стандартный родной кузов Шишиги. Я думаю, все его видели. Знаете еще, что я заметил? Я вот у многих вижу вот здесь на модах тень, а у Рони почему-то нету этой тени. Куда он ее делал, вообще непонятно. Он знает, куда, как тень отключать здесь. В общем, как-то так. Интересно получается. Борт сделан идеально. Прям цвет такой клевенький. Так. Гаражные части. Кстати, ворота, мать их, они опять не закрываются. Вообще целая проблема с этими воротами. Так, борт деревянный. Гаражный. Корейдж. Сделано... Давайте отъедем вперед немножко. Анимация клевая. Брызговики, анимация есть. Так, Courage. А что дает нам Courage? Open. А, это действия, связанные с кабиной, я так понимаю. Ну, никак не с кузовом, потому что тут открывать, по большому счету, нечего. Давайте посмотрим, что открывается. Open cabin. Ну, это, то есть, откидывается кабина вперед, и мы видим там... мы видим движок. Движок стоит, переключение скоростей стоят. Замечательно. Кабину захлапываем. Open door. Open правой дверь. Так что, в принципе-то, выглядит все это хорошо. Когда из машины уже можно будет выходить, а? Блин, реально. Так, давайте все закроем. И... перейдем уже к модификациям. Кадон. Короче, снимаем цистерну. Цистерну не ставит, потому что
потому что передний выхлоп надо поставить. Да. То есть, ну, это система безопасности такая, передний выхлоп, это нужно обязательно. Так, передний выхлоп ставим. Ставим цистерну. Идеально. Текстуры вообще классно сделаны. Действительно классно. Такой ржавый весь. Да. Так, снимаем цистерну. Кунг. Кунг. Кунг — это лаборатория. Я так понимаю, какая-то небольшая. Ну, раньше катались такие шишиги, по городу ездили. Да они и сейчас, в принципе, ездят. В некоторых городах я вот вижу, иногда проезжаю мимо какого-нибудь города, по городу ездят еще до сих пор такие, там у них написано, аварийная служба, типа электрики, наверное, ездят на них, вот. Так, второй кунг. Приварили его. Ну, здесь мы уже разбирали. Здесь... нету, здесь просто наложена текстура, то есть сделан ящик, и просто наложен на ящик текстура. Кузов. А. То есть вот так вот. Ну да, тот же самый кузов, только без деревяшек. Так, самосвал. А этот кузов что-нибудь дает? Ничего не дает. Не хочет он ничего давать. Так, самосвал. Проверяем. Я, если честно, ребят, я не видел такие шишиги с самосвалами. Просто не видел. Кузов. Да, отлично, все работает. На поршне... Блин, поршни-то какой мощный, а? Охренеть. Нету тоже текстурки, или текстурка такая вот на поршне стоит, не знаю, скорее всего такая. Ну, здраво так вообще работает все. Так, переходим в тент. Тентов, ну вот это я видел, то есть тот же самый кузов остается, база, а просто тент накидывается. Замечательно, ну, сделано хорошо. Так, тент, сцепка. Обаз. В Обаз что-то можно загрузить? Проверяем сразу. Я же не зря построил такой полигон, чтобы сразу все можно было проверить. Небольшой кузовочек. Смотрим, что есть. Средние бревна. Необходимо установить газборд. Необходимо установить... Ну, нифига ничего не этот. Бортовую платформу. Газ-самосвал. Платформу лесовоза. Ну, это понятно. Я тогда не понимаю, зачем этот кузов нужен, если ничего загрузить в него нельзя. На кой болт тогда нужен этот кузов? Очки ремонта дает. Больше ничего не дает. Вроде бы. Ну да, скорее всего, больше ничего он и не дает. Да и, блин, ну нафига ты в кабину-то залез? Так. Ну, с этим мы... А, нет, вот прицеп еще есть. Так. А, блин, нет, цепку поставим. Так, прицеп. Что надо? Газ Кунг. Или Кунг 2. Ну... Так. Сцепку надо убрать, господи. Кунг ставим. Прицеп газ. Подцепили. Проверяем, что можно с ним сделать. Звук клевый, звук свой, ребят. Так, средний. Ничего нельзя. Надо ставить, короче... нифига на тормозах. Надо ставить свой этот... Стоп. Стопе. Прицеп сложился немножко.
В общем, вот так вот. А, это мы снимаем прицеп. Так, смотрим на колеса. Так. По-моему, меняется только немножко текстура. Увеличенная. Чем вот это отличается от этого? Ничем, ребят, это одно и то же. Стандартная резина и увеличенные колеса — это одно и то же. Абсолютно одно и то же. Кто мне не верит, может зайти и проверить. Одно и то же. Итак, давайте прокатимся немножко на нем. Посмотрим, на что способен наш 66-й. Вообще, по поведению достаточно неплохо ведет себя. Ну, управлять им, как бы сказать-то, классно. Вот глушитель, наверное, впереди зря поставили, конечно. Нет, здесь подвеска, она проглатывает. Ну, качение есть, но... Анимация есть, все есть. Да я и не сомневаюсь, то есть урони, так сказать, не будет херобору всякую делать. Замечательно. То есть едет, выполняет свою задачу. Урон 1. Проходимость Рони сразу указал в описании, то что проходимость у него хорошая. То есть он покрутил проходимость. Да, видимо, если шейдер убавлять, то грязь на колесах не будет оставаться. И мокнуть они тоже не больно-то будут. То есть шейдер, потому что отключен, потому что иначе размывает все в салоне. Давайте, кстати, переедем туда. Посмотрим все это из салона. Ну вот единственный косяк, конечно, то, что вот с левой стороны вот это все насквозь ходит. Мы вернулись. А с вами был Карабаш 74 со своим кратким обзором на ГАЗ 66 Шишига, которая финальная версия. Больше, я думаю, Рони работать с Шишигой не будет. Подписываемся на канал, подписываемся на паблик ВК. Не забываем ставить лайки. Подписываемся на второй канал. Всем удачи, всем пока.